Бресте завершается подготовка к 10-м Балтийским юношеским играм, которые город примет летом. Соревнования пройдут в областном центре с 7 по 9 июля. Ожидается, что участие в них примут около 800 юных атлетов в возрасте от 13 до 16 лет из Беларуси, Литвы, Латвии, Швеции, Германии и России. Они будут состязаться в 14 видах спорта. Организаторы надеются, что к странам-участницам также присоединятся Эстония, Финляндия, Дания и другие страны Балтийского региона. Подготовка инфраструктуры к международным стартам вышла на финишную прямую. На объектах завершаются профилактические ремонтные работы. Старты пройдут на Гребном канале, спорткомплексе Брески, на Лукодроме и в легкоатлетическом манеже. Церемония передачи флага Беларуси хозяйке соревнований состоялась 2 года назад в немецком Бранденбурге во время торжественного закрытия 9-х Балтийских игр. Игры проводятся раз в 2 года по принципу олимпийских. Ранее аренами этих соревнований становились шведский город Люмбихет, польский Кошелин, ну и Бранденбург в Германии, Выборг в России и другие. Идея проведения Балтийских игр зародилась в 1988 году. Первые игры состоялись через 5 лет в Таллине. Белорусские спортсмены присоединились к этим международным соревнованиям во время 2-х Балтийских игр. Наша сборная неизменно занимает лидирующую позицию. В прошлый раз на 9-х Балтийских играх Беларусь была представлена 142 спортсменами, которые завоевали 127 медалей различного достоинства.